Так, добрый вечер. Всем привет, кто успел. Сначала я сейчас немножко дожую и сразу же включаюсь. Норм. Видно, слышно. Так, рампартик. Рампартик против конфлюкса. Блин, конфлюкс, конечно, имба. Добрый. Ох ты, два своих. Миник, здорово. Два своих, это четко. Антон, здорово. Мне же хотел кентавра загрейдить, да? Такое стадо кентавров нужно просто грейдить. Обязательно. Харе жрать. Здорово, Дитрих. Узнаю Дитриха. Он постоянно не дает стримеру жрать. Так. Ну что, прессуем здесь, что ли? Блин, как-то слабенько бьем. Застывший, остывший глаз дракона, блин. Разбежка, конечно, не топ, но герои хорошие, нычечка есть, консочка есть, да. Хочется заиграть, на самом деле, такой расклад. Тража, тража, ВП этой, да? Давай плюсанем. Я не знаю, насколько круто у нас. Но стартовая армия приятная, герои в принципе приятные. Улик конца. Я думаю, там можно играть. Вполне можно играть, в общем. Так, это чей сегодня заказ мы выполняем? Я вроде думал, что я вчера все заказы на Гэпресу отбил. Но
1-1 берет Виталий. Ну давай. У нас, короче, по одному рестарту здесь. Алекс, здорово. Здорово. Мы решили сделать по одному рестарту. Ну, не мы решили, Гомунглс предложил, я согласился. Вот. А без рестартов мы только с Карамелькой играли. Вот, с Виталиком. Те же самые условия с Виталиком, но с одним рестартом. То есть full рандом. Но с одним рестом. Так. Баскерхилл, здорово. Так, сейчас посмотрим, что там у нас по заказам. Значит, у нас Firewalk. Самый такой древний заказ. Потом Black and Blue, потом L200. Потом опять Black and Blue. Потом от Фата Анархия. Г плюс У Антал Денис. Дима. И Юрец, да, ну давай. В порядке очередности. Так, Антал Денис. Анстал Денис, точнее. Так, пометим, выполнено. Еще осталось 2 Г плюс У. В описании Карамелька, да, я поменял. Так, Инферно против башни. Блин, и посмотрите, как мы окружены просто со всех сторон. Нас уже окружили. Мы еще играть не начали, а нас уже окружили. Блин, реально здесь прохода нету? Это капец какой-то. Ну что, и сюда пройти нельзя, но это рестарт. Такое мы точно зарестим. Караул, раздачка, да вообще. Нас бьют. Отреза спасает только приход дипломата, да? Есть такое. Только он, только дипломат. Ну или хатка с дипломатией, или получение сейчас кем-то дипломатии. Даже мини-конца не играет роли. Че, серьезно? А такие респы бывают, что ли? Бля, прикиньте, вот в такой респ попасть. И сразу выбрасывают у вас это, да? Ну это жесть какая-то. Всем привет, здорово, здорово. Я думал, таких генераций в принципе не бывает. Оказывается, бывает. Ну все, отрестились зато. По фастику отрестились, что? Отрестились по фастику. Сдачка на удачку? Да, получается, да. Ну, то есть все рестарты выбраны, поэтому здесь уже
Эта генерация точно будет игровая. Так, у нас флаг против... Ой, там хороший замок. С суперстартером получается, да? Неплохо, неплохо. Неплохо зашло. У нас, в принципе, тоже неплохо. Рыбный стартер, да. Ну, у нас будем считать, что у нас рыбный день. Давай сюда пойдем. Ну, а еще кого-нибудь посложнее не могли поставить? Какие шарпшутеры нафиг? Так, ну вот здесь пробивать надо. Ударный стек рыб, что ли? Не 6 LM. Нет, это 8XM8. Мы специально, я специально сделал этот пак. Ну, чтобы только он генерился, Виталик попросил. Да, охраны только стрелковые немножко напрягают, согласен. Так, а если мы рыб хайстанем, кстати? Они же обгоняют. Но мы открыли и понимаем, что у нас тут полная жопа какая-то. Везде стрелки стоят. Блин, а двилинги-то есть? Хотя бы двилингов, может, дадут. Дадут двилингов. Блин, ну чувствую, раздачка будет непростая. Ну, поехали. Просто еще и этот воздуха стек отсутствует, который мог как-то рыбами такое себе воевать. Ну, что-то будем грейдить по-любому. Нарк, кстати, пришел. Наркс там. Эх, чуть-чуть не хватило. Блин, здесь 20-49 воздуха. И что за ужас какой-то? Почему так много-то? На каком основании так дохрена? Так, и туда прохода нету, да? Да, камушек на опыт. Блин, а у Виталика там этот Кассиопея. Кассиопея. У него еще и Кира пришла. Ну, это свинство. У него дипломат стартовый, видите, да? Что это вообще такое? Хоть бы соврал, что ли?
Не жирно, говорит. Ну-ну. Жульё кругом. Это что за свинство сейчас было? Не, ну денег тут нету. Поэтому только так. Так, я вот думаю, что этих еще успеем. Или Гунаром. Давай Гунаром. Блин, а там штормики, штормики. Так, эти говорят, сейчас расстреляем всех пикс, да? Ну, это, кстати, серьезная угроза. В атаку. Может, псов отдадим? Так, ну и чё, сюда что ли мне нападать? Это же бред какой-то. Ну, кстати, шапка есть. А я ресурс взял, да? Ну ладно. Так, здесь заблочено все, переблочено. Заблочено, переблочено. Так, и тут нет прохода, да, это какой-то... Так, ага. Замедление. Еще, кстати, столбик здесь. Да? Как к нему пройти отсюда? Пока не ясно. Так, ну вот на них пока желания-то особого нет нападать. Вот шапку я бы забрал, на самом деле. Блин, еще напал криво. Напал. Так, ну по идее всех пикс должны убить. Собак и гог. Мне так кажется. Блин, вот это жестко было, жестко. Нормально, кстати, бой хороший. Мне бой нравится. На самом деле можно ГМ-2 под эту даму. И она с ГМ-2 будет все разносить. Хламину.
Подлагивает? Серьезно? Да вроде не должно. А, со звуком все-таки беда? Со звуком беда, интересно. Вот это интересно. Сейчас посмотрим после хода. Ну, кстати, вот это все надо бить. Реал шумы. Реал шумы, да? Да, реал шумы нужно этот. Здорово, здорово. Так, надо грейдить воздух, пока он у нас еще остался. Так, сейчас посмотрим, что у нас со звуком тут может быть. Что в децибелах. Так, фильтры, свойства, свойства. Вроде ничего не делал со звуками. Использовать временные метки. Нет, не то. Так. Так. Я могу. Я не знаю, вот я сейчас что-то отключил. Вот я что-то сейчас отключил. Вот сейчас что-то изменилось, нет? Я тут какой-то второй микрофон отключил. Я даже не знаю, что это такое. Может, музыка в героев пропала, нет? Что-нибудь пропало? Или как-то поменялось? Срочная обратная связь нужна. Короче, я какой-то второй микрофон отключил. А у меня два микрофона были включены. Музыка героев идет, хорошо. А слышно как там? Шумы там пропали или что-то в этом духе? То же самое. Ну то же самое, в смысле что-то плохо? Шумы на месте. Блять, шумы на месте. Но что-то отключил. Шумы. Откуда вы взялись? Еще Виталик ходит быстро. Блин, я не знаю. Плюсаните, пожалуйста, у кого есть шумы, чтобы понимать масштаб бедствия. Вот я понял, что уролог со стажем, у него какие-то шумы. У кого еще есть шумы? Вот просто у кого есть шумы, плюс поставьте. Раз, два, три. Три человека. Вот я насчитал. Вместе с урологом АУК 4. 4 человека, да? 4 человека. Когда громко в микрофон. Это громко в микрофон, да? Так, надо будет тогда посмотреть микрофон. Фильтры микрофона. Сейчас я тогда ход похожу. Ход похожу и посмотрим. Так, ну что, давай сюда тогда. Всех просто по столбикам прогонят. А кирпича еще нету.
А он за собакой? Я думал, он за штурмовиком пошел. Он собаку гоняет. Ну иди. Так, ну этих только Брисса будет бить, это точно. Так, а мне кирпич уже на сегодня ведь не нужен, сегодня только бабки нужны. Ну, по сути, даже и бабки не нужны, наверное. Так, рыбу не хотим. Так, ну-ка давай-ка попробуем еще раз по поводу звука. По поводу звука. У меня, кстати, стоит зафиксированная громкость. Так, шумоподавление. Шумоподавление. Хорошее качество, большое потребление процессора. Так, а у меня шумоподавление изменится только при этот, при выключении стрима, да, получается? То есть мне нужно трансляцию оффнуть и окружают, что ли? Демоны. А ну все, рыбу зажали, да? Ну кайф, я тут разрулил. Придется Гога отдавать. Так, эксперт логистики. Базовая логистика. Где дипломатия базовая? Алло. Земля. Ладно, землю-то мы купить могли. Но типа тут бесплатно, да?
Штормовиков хотят обидеть, ай-яй-яй. Они же их не догонят. Блин, когда малое количество, конечно, тяжело бегать. Таймер еще жрет. Нереально просто жрет. Плюс какие-то еще неполадки со звуком. Напрягают ножка. Так, шкаляр у нас есть уже. Ну, вот здесь чекнем по хвосту. Так, здесь монетки, которые тоже хотелось бы собрать. Ну и вот здесь нужно забирать тоже то, что есть. Так, звук. Давай еще раз смотрим, что с звуком. Я сейчас попробую оффнуть трансляцию и заново запустить. Я поменял способ шумоподавления, может что-то он поможет как-то.